продолжается операция по разблокированию шоссе вдоль Аль-Кабуна. Операция состоит из двух фаз. Часть войск продолжает зачистку вдоль шоссе. Другая группировка, вклинившись в глубину района, будет продвигаться на север. Связав дома траншеями и подземными ходами и перегородив улицы баррикадами, боевики сделали Кабун единой крепостью. Используя средства видеонаблюдения, боевики видят наступающих. Это позволяет им перебрасывать силы с одного фланга на другой, как жидкость в сообщающихся сосудах, продолжая сопротивляться подразделениям сирийской арабской армии. Танк, сопровождающий транспортировку десанта, зачищает путь пехотинцам, нанося удар по разведанным коммуникациям и огневым точкам боевиков. Разбив баррикады, танкисты занимают позицию для прикрытия пехотинцев. БМП выходят на исходные позиции для высадки десанта. Одну из БМП дистанционно подрывают кумулятивной миной. В условиях плохой видимости действия экипажей нацелены на то, чтобы не дать боевикам добить пострадавшую машину. К счастью, кумулятивная струя бьет в моторно-трансмиссионное отделение, никто на борту не пострадал. Машина высадила десант и своим ходом ушла из-под огня противника. Через пару дней ремонта БМП снова будет в строю. Тем временем пехотинцы вступили в бой внутри зданий. Боевики отчаянно пытаются удержать позиции, несмотря на потери. Ты за левым, я за правым. Ты за левым танком следи, я за правым.
БМП подвозят подкрепление. Под натиском солдат боевики решают сменить позиции. Танкисты заметили движение и сразу открыли огонь по бандитам. Позиция оказалась очень удачной. Спустя несколько минут еще одна группа боевиков была расстреляна. Об ожесточенности сопротивления говорит и плотность огня боевиков. Десятки метров второй экипаж танка поддерживает десант справа, сковывает действия боевиков, не давая им бить по десанту. Грамотно действуя в бою, танкисты уворачиваются от выстрела из РПГ. Снайперскими группами боевики снова бьют из гранатомета. Но танкисты уходят и от второго выстрела. Потеряв возможность подбить танк, боевики пытаются ослепить машину, расстреливая снайперским огнем триплексы и прицел танка.
западнее направление основного удара солдаты Сирийской арабской армии захватили командный пункт боевиков. Изъяты компьютеры с системами видеонаблюдения и карты. Полученные данные говорят о том, что близлежащие дома заминированы, и штурм может привести к большим потерям. Чтобы не рисковать жизнями солдат, командиры принимают решение расстрелять высотки прямой наводкой. Василий Павлов, Андрей Филатов, Игорь Надыршин, Виктор Кузнецов, Анна Ньюс, Дамаск.